Всем добра! С нами снова я, Андрей Бум. И мы продолжаем прохождение Солдата Удачи. Был небольшой перерыв. Мы где-то находимся в Сибири. В поисках... Находимся в поисках... третьего ядерного заряда. Мы находимся под землей, под снегами. В какой-то террористической базе. У нас достаточно неплохо обстоят дела. Есть аптечка, есть гранатка. Это уже третий эпизод на этой базе. Ребятки совсем без брони в основном. И особой сложности нас не представляют. Но тем не менее надо быть предельно аккуратным. Включена тревога. Мне кажется, это... А, нет, это все-таки... Ребятки, я думал, это обычные рабочие. Это все-таки ребятки-то... Стволики-то достают. Так. Мы берем вторую аптечку, и нужно запомнить, что здесь есть бронежилет. Вижу кнопку. Открываем. Дальнейший проход. Ребята исчезают, и остаются от них лишь пятна крови. Не вижу. Гинна. Знаешь, что такое гинна? Ребятки. Погибают по-быстренькому, конечно. Сегодня Джон Молоко наконец-то выспался. Если я наконец-то выспался. Мы обошли. Жон Молоко сегодня бодр. У нас есть лечилочка, надо запомнить. Если нам пригодится, то мы непременно используемся. Накрыл что-то я ученых, не знаю. Нужно было так делать или нет. Здоровье. Аптечки у нас уже переполнены. А, зато у нас открылся проход. До этого был бы... Мое. Этого был закрыт. Я бы открыл тебе, парень. Встретил бы тебя достойно. Зачем я сюда вообще упал? Могу уйти. Может, я могу парня? Парня я не могу пустить. Ну ладно, давайте. Движемся дальше. Опять в какой-то адской защите все. Какие-то разрушения пошли. Так что я прикрылся твоим. Ну пожалуйста, уж нужно стреляй же, уж нужно.
тебе. Пацаны, сейчас тут все взорвется, чертям. Почему-то уже происходят какие-то массовые разрушения. Видите, взрываются компьютеры, взрывается все, что только можно. Так, а это у нас лифтовая шахта. Главное, чтобы не защемило. Нет, я думал, он сейчас поскреб... А, все-таки, видите, он обрушился. Загорелся. Ну, мы героически вовремя успеваем. Да, сегодня мы в серьезном ударе. Сегодня у нас все выходит. Успел ты тревогу включить. Что-то где-то очень сильно взрывается. Включай. Так, что мы имеем? Мы продолжаем. Продолжаем, что-то где-то взрывается бесконечно. По какой причине? Что произошло? Так, мы тут сможем подниматься. Мне хочется еще поглядеть, что у нас там. Что-то кадры приседают, что ли, или... Сначала умер, потом упал. Тут, видимо, ядерный реактор или что? Это такое. Ё-моё, и стою, жду. Я взорвал трубу. А, вот. Теперь так бы мы там не проползли с вами здесь. А теперь у нас прямая дорога. Да, видите, упал блок. Блок, кусок трубы. Мы сможем преодолеть путь. Почему парни-то стреляют друг по другу? Я что-то не понимаю, почему эти стандартные, почему они стреляют. Эй, слушайте, он открыл нам. Ну что вы хотите, да ну? Да ничего же я не хочу. Почему он нам дверь открыл? Как будто они, может, захвачены, ученые. Что тут на базе так холодно? Почему ты тогда? Ну что вы хотите, да ну? Почему ты тогда в палате? Остановите его! Остановите этого человека! Урони свой пистолет! Кто такой? Кто такой? Судьба ваша. Я ничего-то не знаю, но прошу же вас, ну умоляю же вас. Хорошо, хорошо. Ты, пожалуй, один из самых смешных переводов, что я слышал. Ну, пожалуйста же, уж нужно не надо же. Гина, Гина. Так. С вами находимся в коридоре между двух зданий, судя по всему. Видели с вами окружающую нас действительность. Критическая масса через...
Давайте сохранимся, потому что это отсчет пошел. Все понимаю, да? А, ну, собственно, мы с первой попыточки куда-то прибежали, чего-то нажали. Ребятушки, а это у нас баллистическая, судя по всему, ракетушка. Вот что у нас. У подземный, секретный завод. Ракетушка. Мы тут без палева так все взрываем. Стальные яйца у Джона. Да. Такая вот небольшая. Ядерная. Так, очередной лифт. Почему мы предотвратили запуск? Теперь с помощью пульта управления мы взрываемся, видимо. На пультах всегда установлено. Ну что ж, третий заряд. Третий заряд мы уничтожили. Давайте познакомимся с тем, что нас ждет в следующей главе, в следующем видео. Lightfoot. Добро пожаловать назад, Джон Молоко. Ястреб все-таки сумел определить точное местонахождение последней боеголовки. Кодовое имя Lightfoot. Она находится у генерала Мухаммеда и Аму, личного врага Саддама Хусейна. Аму был разбит во время войны, и затем он вошел в контакт с неуловимой террористической группой, которая и захватила боеголовки. Вы найдете Lightfoot внутри военной базы Аму. Мы считаем, что его цель — штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. 40 тысяч в случае успеха. Установите контакт с Ястребом. Ну что ж, давайте... Так, а какие патроны? Давайте сравним. 5,56. А, их тут 9-миллиметровые для пистолета. Так что мы можем взять H2. Полуавтомат. Полуавтомата, броню, гранаточки. C4, которым мы, в принципе, не пользуемся. Ну что ж, развертывание. У нас 145 долларов. Судя по всему, это, к сожалению, символические деньги, никак их тратить мы не можем. Мы в Ираке. И до новых встреч. Всем пока.